озвучено студией DIY специально для Siberian Drummers. Тот момент, когда я начал различать интонации барабанов и как сделать так, чтобы запись звучала так, словно ты находишься прямо там, вместе с барабанщиком. Это то, что я люблю, и я сам хочу достигнуть этого. Так как я сам фанат этого дела, именно такую энергию я хочу достигать, слушая такую музыку. Я бы хотел, чтобы музыка заставляла чувствовать себя живым. Я когда учился в школе, я часто бывал на выступлениях музыкантов. За барабанщиком мне особенно интересно следить. Например, как он общается и взаимодействует с группой. Это выглядело и вправду здорово. Я всегда хотел быть на его месте. Я вырос, слушая панк и хардкорные группы, где мы играли вместе под названием Nights of Columbia, что-то вроде Дома ветеранов. Знаете, это тесная атмосфера, когда все прыгают со сцены, и ты оказываешься рядом с барабанщиком. И я живу ради этого. И если ты можешь как-либо передать эту энергию так, чтобы слушатель почувствовал ее вместе с тобой, это просто прекрасно. Я безумно люблю лезть из кожи вон. А вы понимаете, насколько это важно для группы вроде Slipknot. Приходится пробиваться через гитаристов, бас-гитариста, вокалиста, диджея, сэмплера и двух других перкуссионистов. Все это для того, чтобы снести башку слушателю. Именно так я и люблю. Я также люблю настраивать свой малый барабан невероятно высоко. Использую пластики Heavyweight, они мои любимые. Я хочу играть еще интереснее и еще необычнее. Я хочу открыть другие странные интонации и просто думать нестандартно, потому что как только я освоюсь чем-либо, я хочу встряхнуть все и сделать это более сложным для себя, чтобы понять, как справляться с этим по-другому. Будь это партия, которую нужно сыграть немного иначе, или же другое оборудование. Все это помогает передать слушателю то, что у тебя в голове. Я всегда стараюсь совершенствоваться. Именно это вдохновляет. Изо дня в день ты просто пытаешься играть лучше, чем вчера. И этот процесс бесконечен. Переведено Александром Гусевым, озвучено Александром Райтером, студия DIY, город Новосибирск.